На республиканских сельских зимних спортивных играх в Ядрине определился состав делегаций, которые представят Чувашию на всероссийском уровне. Соревнования начнутся уже завтра в Пермском крае. 25 человек отправятся в город Чайковский отстаивать честь нашей республики. Чувашия выставила своих представителей в 8 дисциплинах зимнего сельского спорта. Лыжники, гиревики, шашисты и шахматисты, механизаторы и дойеры. Многие годы состав делегации практически не менялся, но на этот раз в команде большинство новичков. Но в этом году мы решили брать только победителей 7-х республиканских сельских, которые состоялись в Ядринском районе 13-14 февраля. А до этого мы брали уже более подготовленных команд. В этом году у нас не участвуют многократные победители. Это команда Вурнарского района. Несмотря на молодой состав, результатов от них ждут весомых. На прошлых играх представители Чувашии стали лишь десятыми, однако сейчас от них ждут более успешных выступлений. Настроены на это и сами сельчане-участники. Я тренировался каждый день, упорно готовился. Ради этого. Сейчас уверен в своих силах и готов занимать самые высокие места. Потенциал команды, можно сказать, большой. Все спортсмены молоды, они все хотят показать себя. Но, думаю, будут у нас и победители, и призеры всероссийских игр. Главные соперники для нашей республики – это Удмуртия и принимающий соревнования регион Пермский край. В двух министерствах спорта и сельского хозяйства уверены, что команда у нас сильная и ждут их только с победой. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.